Воспитанники одного из детских садов Видного стали участниками акции «Безопасный пешеход», которую провели сотрудники ГИБДД. Они раздавали горожанам памятки с правилами дорожного движения. Дошколята вместе с наставниками хорошо подготовились, повторили необходимые правила, сделали плакаты и отправились на одну из самых оживленных дорог города – на Советскую площадь. Ребята надели специальные жилеты, которые легко помогут водителям заметить маленьких пешеходов на проезжей части. Можно привлечь вам внимание. Ваше. Пожалуйста. У нас сегодня проводится акция «Безопасный пешеход». Здравствуйте. И вот наши маленькие помощники сегодня хотят вам вручить небольшие листовочки, которые приготовили. Спасибо. Ребят, давайте, вручайте. Десятки листовок вручили во время акции и пешеходам, и водителям. Организаторы мероприятия отмечают важность подобных акций, ведь статистика ДТП не радует. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших. К сожалению, 10 участников дорожного движения у нас погибло и 62 участника дорожного движения ранено. В завершении мероприятия юные инспекторы дорожного движения сделали фотографию на память.